скверик на Пушкинской. Возле кинотеатра «Россия». Сегодня 30 декабря 2016 года. Сказочная красота у нас тут. Пойду ближе. Это красота напротив кинотеатра «Россия». Погода теплая, легкий морозец, поэтому гулять очень приятно. Совсем не холодно. Сейчас вечер. Вечер пятница. Да, вот такую красоту нам город предоставил. Поздравляет нас Москва, столица. Красиво. Хоп-хоп,
какая здесь красота. Сквери, где гости кинотеатра России. Вот так. Необыкновенно красиво. Первый раз так красиво. Поздравляет нас с Новым годом. Всех. Спасибо за такое приятное зрелище. Памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Пушкинская площадь столицы. Так замечательно выглядит. Красиво. Пушкинская площадь. Вот так выглядит. Многолюдная. Какая там елочка. Если метро Пушкинская. Так, дальше хорошо. Пушкинская улица. С большим движением. Сейчас проходит фестиваль московские сезоны, Рождество. Здесь тоже красиво в русских узорах. Александру Сергеевичу Пушкину. Здесь красиво. Площадь. Как выглядит замечательно. По новогоднему. С памятником Александру Сергеевичу Пушкину. В русских узорах. Очень красиво. Так, подойду я к ёлочке. Там такая красота.
красота. Как здесь красиво. Полюбись на скверике, пойду по Тверской улице. Здесь можно по земле пройти. Вот переход. Как здесь красиво. Да, в этом году как никогда. Красиво тоже. Очень красиво. Так, пойду я сейчас. Да, как здесь красиво. Тоже красиво. Весь центр так замечательно украшен. Я вышла на Чеховскую, здесь вход на станцию Пушкинская. Где-то еще Тверская. Вот малыш стоит. Да, очень красиво здесь. На Пушкинской. На станции метро Пушкинская. Все близко. Пушкинская, Тверская, Чеховская. Ах, как тут красиво. Не знаешь, куда смотреть. В какую сторону. Здесь Новопушкинский свет. Станция метро Пушкинская. Здесь издательство «Известия» и Пушкинская площадь. Вот здесь. Расположено. Так красиво сегодня. Перед Новым годом. Пушкинская.